Всем привет, ребят. Война очень быстро началась. Альянс не разбираюсь. Анстальт какой-то. Поставил, ребята, смотрите, какую оборону. Гремса разлимиченного. Такие статы имеет. 690, 1047. Но мы попробовали, и он на ульту 20% снижает пассивка у него. Поэтому неплохо держит. Тут, конечно, у меня шанс, что один, что Хэл и Анатель начнет блочить из соперника и затыкают. А так бьющих нет. Это все-таки не Альфрика. Ну посмотрим, потому что у меня за последние три войны очень быстрых. Не знаю, из 20 раз, наверное, два раза только не убили. Там шотеры всякое разное, короче, не хватает, не помогает это. Разносит. Взять кого-нибудь, нет? Тут ничего не спросил. Ладно, сейчас, секунду. Так, ну вот самую толстую цель взял с этой, с миньончицей. Тут от Вэлла взял он Франсин, чтобы диспелила. Может, кого другого потратить, не знаю. Жалко ее. Альберих, не Альберих, шляпник, не шляпник. Забирать нечего. Прорезку зеленую можно алмуром там что-нибудь баловаться делать. А? Отсюда 27-ю дадим, посильнее било. Тут надо пожить, короче. Как следует. Правда, хил у меня один тут. Как начнут лупить по мне. Столько камней, ребят, стыдно даже, да? Но фиолетовых нет. Охренеть, зеленых сколько. Че хуже бери? Ну давайте вот этот возьмем. Центр замедлили. Давайте через центр кинем. Ну, включу диспел. Так начну обрабатывать. Так, зелеными центр могу пробить, да? Невзначай. Ну, давайте невзначай, если что. Да, пробьем. А теперь зарядимся вот так. Бульк. Ну, Мелиндер плюс вот это. Зилайн. Конечно, красавцы. Диспел, да, включила? Давайте вот здесь прорезочку положим и Зилайн ударим. 460. Ну, неплохо ударило. Так, тоже добили? Нет, не добили. Ну, что хуже можно кидать, если честно. Так, насмешку сняли, но атака поднята у этой. Блин, столько зеленых, фиолетовые даже не заряжались. Все было предрешено. Так, так. Да и дайте там что-нибудь, но не тяните резину. Ну, Гримбла грех, конечно, не выглядит на такую оборону. Теперь зеленые зарядиться не могут. Эти грызут, грызут. Так, ну-ка. Сдиспелили, прорезочка и сколько ударит. 430. Ну, блин, нормально. Вполне уже ничего стало бить. Ладно, вот, наверное, остальным оставлю, чтобы побаловаться. Тут Лепиота очень легкий тоже соперник, смотрите. Так, вот такой следующий, 4800. У меня из-под хила, короче, только Эмилио. Это что делает? Песком. Щиты нужны от него. От этой тоже щиты нужны. Поэтому как минимум щиты нужны. Но то, что под хила у меня мало. Ну давайте попробуем. Блин. Продолжаем, да. Эх, меня никто не взял, смотрите. Бьют, а пока меня не берут. А сильно хочется посмотреть. Так, красные, да, есть. Зеленых в этот раз нет.
Немножко это плачевненько. Так. О, запустилась. Имба в квадрате. Я теперь только подхиливать ее буду без остановки. Но она сейчас будет бить, да, уже? Да. Зеленый можно поднять. Давайте ударим вот так. Миля ушел. А, это Лянка ушла. Зря закомбил это, кстати. Вообще ни к чему. Так, снова ударим, обновим, так скажем. Так, аккуратно, без комбо надо. Задиспейлит она сейчас, да, это? Так, центр надо раздиспейливать. Ну, Лианка наш, что вылезла из своей пустоты там. Так, вот двумя камнями, чтобы наверняка... Так, еще заряжены. Подхил маленький, но идет. Предлагаю здесь, короче, край дочистить. Взорву фиолетовый сейчас. Чтобы Юнан ультанул, чтобы на меня не положить эту херню. А, вон Лянка вылезла. Не вовремя да вылезла. Так, красный в пустоту, подхил пошаговый. Нужен. Так, ну давайте вот так ударим. И через комбо зелеными, может, прошибет. Прошибло. Эх, догорело. Но у всех больше половины. Это самое главное. А иначе боль, печаль там. Так, овер хп надо с него снимать. Так, хилит нас Эмилио потихонечку. Давай, родной. Без эмок он эмки отдал Альбериху. Ну, сейчас горение на нас положит. Давайте тут тогда будем выключать. Пробовать. Давай, комби, комби, комби. Ох, как жгет сильно. Жесть. Так, держи. Зеленый, может, добьет, кстати. Все, догорать должен потихоньку. Делаем мы шот тут. В конце сгорели все нахрен напрочь. Ну, делаем. Ну, что, давай, я думал, сгоришь. Да, все. Забрали. Хрен себе, очень легкий соперник. Что-то еле вывез. Следующий, ребят. Количество церковников в одном тапке зашкаливает. Одна хел тут, короче, затесалась. Не церковничная. Владычицу начал разлимичивать, но мяса нет. Блин. Три четверки, конечно, получилось в тапке. Многовато, как будто бы, да? Далеко я бежал. Так, желтых, смотри, дали. Главное собрать аккуратно. Вот фиолетовый, конечно, зря в бок отодвинул. Так, это сюда тогда пододвинем. Так, и чё, кто больнее-то бьёт? Непонятно. Ну, давайте вот так ударим. По троим саданём. Фиолетовый соберем. Лидын Брок, смотрите, может зарядиться. Комбить, не комбить. Вот в чем вопрос. Нет, не надо комбить, надо так аккуратно. Такс. А Лидын Брок, ты готова. Ну, надо сюда бить.
Да, он желтый же, кстати, стоят. Да, ему желтые эти забираем. Ну, а мана зарядилась, да? Мы это с диспелем, по крайней мере. И немножко нам не хватает, да? Да, зарядилась. Ну, терпим, я не знаю. Накернило знатно. Так, ну мы это снимем. Гадость. А может и зря сняли, вон там на подходе это. Срезка брони нам готовится. Так, вот так аккуратненько желтую взяли. Так. Добьем, нет? Добили, ребята. Живем. Так, срезочку брони. Срезку брони от зайца только... А, ну, кстати, Лиденброк. Нет, никто не может снять. Может снять только тот, кто ставит броню. То есть поставил броню, и зайца броню можно убрать. А если просто диспелишь, то она не диспелится. Поэтому я тоже сюда зайцем пошел. Можно было на всех навешать, они бы всю жизнь без срезанной брони висели. Но так одну забрали. Так, следующий, ребят. Отряды поставил правильно. Правильно, пойдем. Блин, спать хочется с ночи. Полчаса поляну переворачивали. Точнее говоря, остались недобитки, а добивать некому. Желтых навалило, ребят. Но мы знаем, это хитрые поляны. Хрен знает, что тут взять. Казалось бы, да? Хрен знает, что взять. Ладно, вот так возьму четверку. И вот так надеялся, тройка возьмется. Взялась. Беда, печаль, если честно. Тут кого что блочить. Ну, давайте так ультанем, так. Фу-фу-фу. Желтыми вот так пододвигаемся потихоньку. Блин, ну надо вот эту синюю взять сначала. Теперь вот этой желтой надо добить. Теперь так попробуем блокернуть. Блин, щиты маны везде отрабатывают. Ну и тоска печали. Сейчас Крампус на смешку поставит. Это будут миньоны, это будет потом от Вивики под хил. Немножко не выгорело. Насколько замедлено еще это? На 50 реген маны. Но нам... Нет, может не хватить. У тебя 17-й отряд на ману стоит, может хватит. Заряется с одного камня? Нет, вот вопрос. Крампус. Не зарядился. Ну и мы не зарядились. Тоска, печаль. Заяц один не прошибет. Вивика много отхилит. Ну давайте все-таки будем сюда бить и попробуем прокинуть похитрее, может. Не Вивика, чтобы, а вот тут. Хотя один камень. 300к. Навряд ли он столько снесет.
Ну давайте вот так через комбо все равно заряжем. А, там, блин, две взорвалось этой херни. Просмотрел. И отхиливается, да? Красава. Так, что делать-то, что делать? Не знаю, ребят, давайте вот так прорезочку еще раз под синих. Здесь и на тель кинем. Так. Опа, Альфрика поднялась родная и бьет. Все по масти у них. В четверых. Ну, нормально это. Но это ненормально, ни хрена это ненормально. Бредятина на уровне фантастики опять. Ну еще мотель зарядили. Сволочи. Да хер тут на поле переворачивать это. Мы опять зарядились. Вы что такие шустрые-то, а? Тоска печаля. Так, какие мысли опять? Да никаких, в пустоту ничего нету. Крампус опять на смешку поставит. Давайте желтого зарядим. Сейчас диспелим. Атаку срежем. Возможно, зря, конечно, это мы сделали. Так ударим. Так ударим. Так ударим. И еще синим, если что. Может, шлифанем. Добили. Вивика отхиливает. Хрен, надо оставлять это, мне кажется. Давайте тут прокинем. Не подняла. Чудо какое, раз чудесное. Так, ну надо, наверное, мать все-таки глушить. Так, сюда еще кинем. Еще желтый вот так. Синими добили. Но будут подымать опять, да? Ёк-макарёк, а. Ладно, хоть Вивика сейчас прохилила, а не до того, как этот. О, не поднял, прикиньте. А чё это, сломался? А ну давай, туда я в угол буду крепить. Синий вот так три в пустоту настраиваю. Берем, ребята! Лупим по ним. Заяц, а ну давай двоих сразу убивай. Молодец, красавец. Забрали. Пойдет. Так, следующая Альфрика, ребят. Да, идем. Слепоту тут некому снимать, вроде бы. Прокачал я наконец-то доктора Моро. И хотел посмотреть, как он играет, но он не поиграет, походу, да, сегодня? Эх, Моро, Моро, блин. Капец ты подвел. Где-то должно хлоп-хлоп-хлоп сразу несколько фиолетовых прийти. Че, по центру можешь швырять?
Давайте по центру швырять, я не знаю, что тут швырять. Так вот кристалл сделаем, вышвырнем его прям в Альфрику. Так, тройку или четверку собрать? Может четверку собрать вот сейчас? И потом, если что, двойку где-нибудь там подумать, поискать. Фиолет тоже не собирается. Так и на следующем ходу я не заряжу ни желтых, ни фиолетовых. Да, нету. О, залив 80-го левела. Давай еще одну ульту Альфрики, чё? Где наша не пропадала? Что-то подхилиться можно разок. А, не, нельзя. Я думал, у меня уже есть фиолетовые собранные, они ни хрена не собранные. Не, ну тут поляна запутанная какая-то. Право взрывать не буду, а то 0 очей будет. Один ход, да, вот этот остается прокинуть. Ничего не закомбило. Все, две поджарки, я тут сгорю за два хода. Выходим. 5 очей. Напоследок такую солянку, ребят, собрал. Эх, неплохо шел. Все мимо кассы, опять поляна, блин, желтые хотя бы были бы. Не вижу, ребят, еще... А, ну вон там, если она только... Ну давайте вот так. Хрен там. Как будто бы она успевает, да? По-моему, успевает. Нет, не успела. Ну, я тут взял, что должны убить. Но это не точно. Убили. Есть Витя, который подхил немножко ворует. Остановите, Вите надо выйти. Закрыться надо мне как-то от Анатели. Я на это рассчитывал сильно. Тут кого игрить-то некого получается. Давайте ее укусим вот так. Так, красные прилетели в пустоту. Закроемся, да? И фиолетовые прилетели. Ой, лишнего не заряжай. Так, пойдет. Мы его снесем сейчас, да? Кем? Вот так, сейшат. Здесь мы подожгем. Но прежде чем поджечь, мы вот так снесем. И подожгем. Грозулю закрылись. И в Анатель швырнули. У Эльберих, стой, жди. А, нихрена всех размозжило. Но Эльберих-то на подходе. А ну, раз, два, три. Готово! Работает связочка. Не зря полчаса пыхтел, думал. Ну, шестого шота даже близко нет. 262 оча. Ну, пока на первом месте. Ладно, сейчас результат. Ребят, победа у нас 5700, если честно. Мало, капец, 5700-то. Ольга обогнала, смотрите меня. 274 очка. И вот это эфирка льда. Ну-ка, давайте-ка проверим. Нажмем вот сюда. Вот сюда. О, ребята, заяц наш на слом пошел. Будем смотреть, сколько бьет. Качаю я его в обороне, будет хорош. Поле боя, давайте глянем, что тут получилось. Да, обогнала 262, у меня 274. Ну, 6 шотов никто не сделал. Ой. Ну, в конце что-то плохо мы, видать.
О, Фаренгейт 234. Так много не было ни разу еще. Не видел я. Да уж, полянку в конце опять все покромсали. Но ничего не добили. Очки бы были. Ладно, ребят, такая война. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрый комментарий. Всем удачи. Пока-пока. Так, ну и вот такая табличка, ребят. Добавлю я вам. Посмотрите. Вот это наши обороны как стояли. Вот я в середине получился с этими гремсами. С этим. Два раза шот, потом разбив-добив. Потом еще раз разбив-добив. Итого я в середине получился. Средняя за меня он 31. Очок давали. Поэтому не так просто. Я обычно вот там предпоследнее бывал. Так что гремс работает, пробуйте. Ну, надо, конечно, чтобы центр был интересный. А так, может, ерунда получится. Все, теперь точно всем пока-пока.